каждым годом десятки тысяч молдавских граждан участвуют в лотерее Green Card, которая является реальной возможностью получить гражданство Соединенных Штатов Америки. Иммиграционная программа Green Card была создана по предписанию Конгресса Соединенных Штатов Америки. Первый розыгрыш лотереи состоялся в 1994 году и с тех пор проводится каждый год. В нашей стране была выделена квота в 50 тысяч иммиграционных виз в рамках программы Green Card. Но только около 7 тысяч граждан Молдовы воспользовались этим шансом и стали обладателями Green Card за все время существования программы, начиная с 1994 года. Мы решили выяснить, участвуют ли жители нашей страны в лотерее, и опросили прохожих на улицах Кишинева. Да, я участвую в лотерее Green Card и участвую, потому что очень хочу проверить и испытать свою судьбу и посмотреть, насколько я удачлива и насколько мне повезет. Я решил участвовать в лотерее Green Card, потому что я подумал, что все мои друзья уже живут там, и я как бы хочу пойти с друзьями там, не знаю, поразвеяться, еще поработать. Я не участвую, несмотря на то, что все мои друзья подали на анкету в лотерее Green Card, так как у меня, в принципе, все устраивает в Молдове. В Молдове приходится выживать, а хочется просто жить. И считаю, что в Америке можно жить. Для будущего поколения и там есть большие перспективы, как для обучения, так и для жизни. Моя мечта – жить у океана. Мне нравится их климат. Я люблю солнце, тепло. После опроса стало ясно, что в лотерее участвует большое количество людей. И это неудивительно, ведь программа Green Card пользуется большой популярностью не только у нас, но и во всем мире, так как является практически единственной легкой и быстрой возможностью получить статус постоянного жителя Соединенных Штатов Америки. Участие в программе Green Card принято называть лотереей, потому что победители определяются случайным отбором. На вероятность выигрыша не влияет ни знание английского языка, ни возраст, ни профессия, а только везение. Поэтому в программе может участвовать каждый желающий. Для получения грин-карты необходима своевременная подготовка соответствующей документации. Некомпетентная подготовка может стать причиной дисквалификации. Компания USA Immigration предлагает свои услуги по помощи регистрации участников и в случае выигрыша консультационную поддержку по подготовке всех необходимых документов, а также оказывает услуги по адаптации в Соединенных Штатах Америки. Здравствуйте, меня зовут Вьюгова Оксана. Я представитель американской компании. Рада приветствовать вас в офисе представительства компании USA Immigration в Молдове. Требования к участнику в иммиграционной программе Green Card минимальны. Наличие документа, подтверждающего ваше совершеннолетие 18 лет, и диплом о законченном среднем образовании или опыт работы в той или иной сфере не менее 2 лет. Для участия в программе необходимо заполнить анкету и ждать результатов. Если вы выиграете в программе и получите Green Card, то вы станете постоянным жителем Соединенных Штатов Америки. Вы получите возможность пользоваться всеми программами в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования. Вы также сможете быть поручителем, если ваши родственники обращаются за гостевой или миграционной визой в Соединенные Штаты Америки. Это очень удачная лотерея, и предлагаю всем, чтобы участвовать в ней, потому что вот сегодня принял визу, уже выиграл грин-кард, и вот я сейчас собираюсь где-то в Флориду, может, в Майами там отдохнуть, там сначала поработать, и хочу путешествовать в Америке. Участвуйте в лотерее Green Card и выигрывайте. Осуществите свой потенциал и возможности. Воплотите в жизнь свои мечты. Компания USA Immigration призывает не упускать свою возможность легально жить, учиться и работать в Соединенных Штатах Америки и рекомендует заполнить анкету участника прямо сейчас.